Друзья, у нас осталось 3 минуты. Для того, чтобы не нарушать закон, мы будем заканчивать очень быстро. Во-первых, никто не может вам запретить сегодня гулять, даже в центре. Во-вторых, никто не может вам запретить встать в одиночный пикет с плакатом, который у вас есть, либо с любым другим, без экстремизма. И в-третьих, если вы будете где-то гулять, пожалуйста, не держите плакат. Вы можете только стоять в одиночном пикете. Если вы будете гулять с плакатом, это будет расценено как шествие и нарушение. Между одиночными пикетчиками может быть не менее, должно быть не менее 30 метров. По нашим архангельским законам, не менее 30 метров. Сейчас я передаю микрофон нашему организатору Дмитрию Томатину, и он закроет наш митинг. Спасибо всем. Спасибо! Здравствуйте. Я хотел бы поблагодарить сегодня всех, кто пришел сюда поддержать нас, наши требования, наши волеизъявления. Мы очень благодарны всем, кто пришел, а также волонтерам, которые помогали нам организовывать это мероприятие. Они очень ответственно подошли к делу, все делали правильно, четко. Также огромное спасибо тем, кто жертвовал деньги на это же мероприятие. Я очень надеюсь, что мы все расходовали правильно, и ни у кого не будет по этому поводу претензий. Так. У нас тут целый бухгалтер, так что все отлично. Пока неизвестно, что с автобусами. С автобусами пока, к сожалению, неизвестно, но мы сейчас вот будем закрываться и пока еще будем расходиться. Я по поводу автобусов можно добавлю? Да, конечно. Номера автобусов рядом с Блинхаусом 272, 019 и какой-то на 62 заканчивается. Если вы видите эти номера, вы можете садиться в эти автобусы, они довезут вас до центра города. Автобусы оплачены организаторами митинга. Пожалуйста, уступайте места детям и пожилым и инвалидам. На этом, надеюсь, можно считать наш митинг закрытым. И я прошу всех, пожалуйста, это обязательно, да, не молчите. Если вы видите какую-то несправедливость, выходите еще. Этого митинга мало на самом деле. Я считаю, что нужно его организовать еще раз в центре, чтобы пришло намного больше людей, еще раз заявить всем публично, и чтобы власть нас услышала и реагировала, принимала на хорошие, правильные меры. Всем спасибо. Митинг считается официально закрытым. Спасибо.